Всем привет и здравствуйте! У Baby Monster вышел новый клип буквально пару часов назад, но это для меня в момент записи, когда вы этот ролик увидите, я не знаю, перегруз по работе, но тем не менее песня называется «Клик-клак». И как обычно все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики, будьте донейшн алерт, снова знаете, для поддержки канала, и погнали! Heels tap, walking with my hips back. Money click clack, click clack, click clack, click clack. Spending money, charge, charge, charge. Who believe in large, large, large? Walking like a boss, boss, boss. We making talk, talk. Что можно сказать в начале? Ну, во-первых, отличный биток, во-вторых, они читают так прямо очень авторитетно, в духе «я опасная, лучше со мной не связывайся», и в целом, это уже какой по счету, третий или четвертый клип на канале, который я смотрю, и каждый раз у них что-то новое. Конечно, щищ до сих пор, вот прямо здесь, где должно быть сердце, но кто знает, может быть, эта песня тоже окажется там, где было сердце. Van to hold on my bags, always the first and never the last. Here my girls, we step in the scene, we do it big, you know what I mean. Foxy, which one looks better, you see, bro, bro. I'm back from any angle, hit that pose, pose. Legend and his precious baby, blue water vacations. I admit that I'm so vicious, no, I ain't the one to play with. Everybody wanting, uh-oh, really bring you up to show, uh-oh. Any, mini, money, more, get your body talk, you ain't even know I'm a lady girl. Такое чувство, будто они здесь поработали с японскими продюсерами. Тим, Тамада Чи, что-то вот такое напоминает, по крайней мере, вот из последнего, что слушал. Там, где Джиндок, еще другие товарищи были, всех не вспомнить, там огромная коллаборация, где на улице куча людей рэп читает. Вот что-то напоминает в этом духе, сам бит. Возможно, действительно сколлаборировали с японскими продюсерами. К тому же японские рэперы, например, очень часто любят вот эти черно-белые фильтры и прочее. Но опять же, это так, мои наблюдения. В целом, все очень минималистично. Но главное ритмично, плюс плаг-синтезатор добавляет стиля. И опять же очень здорово, что почти во всех моментах, где они зачитывают, бас либо уже затухает, либо не акцентирован. То есть он звучит ровно в тех моментах, когда у них пауза на вдох или просто на то, чтобы разделить фразу. Тоже интересно. То есть вся песня такая очень ритмичная. Понятно, что здесь пока вокала нет, да может быть и не предвидится, кто знает. Возможно, они ищут себя. Но опять же, здорово спродюсированная жирнющий 808 бас, поверх которого прекрасно ощущается вокал, который, ну, гораздо выше по тесситуре. В общем, никто никому не мешает. Turn the vision 2020, top notch. Spend a million of it, I'm so hot. Put some ice on my wrist, that's water. I'm on it, got it, find it. Got your work in my pocket. 0-100, life of Barbie. Hit the gas, who gon' stop me? You love when baby monster hits. How do you stick up on my wrist? Flip my hair and blow a kiss. Not a dentist, but I'm flossing, sis. Я думаю, что это еще одна попытка Baby Monster именно прощупать почву и либо найти свою аудиторию, либо охватить больше аудиторию, потому что все песни, как я подчеркивал, были достаточно разные. И если та же «Щищ» была идеальным для тиктоков, а «Better Up» была такая бодрая, боевая, а еще одну песню, не помню, как она называется, она была такая более утонченная, то здесь прямо такое вот грязное, андеграундное, ну, грязное, понятно, в кавычках, само-то звучание композиции чистое, но именно такая вот более дерзкая и агрессивная по звучанию. И опять же, инструментов тут не особо много, поэтому на что-то сильно внимание обращать тут уже и не стоит. Как бы все инструменты работают, их мало, но они работают, а это самое главное. Click, 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 click
Концовка бодрая, там прямо чуть больше инструментов стало, все подкачивает. Ну и опять же, минимализм позволяет каждому инструменту быть настолько большим, насколько это возможно. Хорошая песня, качает, тут нечего добавить. Слышали ли мы похожие композиции, как я и говорил много раз? Да, но является ли это копией чего-то? Конечно же, нет. Отлично, отлетает в плейлист, само собой разумеется. А пока что плейлист прекрасных людей. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, друзья, друзинтип, спонсоры, донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, несмотря ни на что. Пока живы вы, я, светит солнце и луна, ну и так далее. В общем, вы знаете эту старую песню о главном. Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые, хотите поддержать каналы и трехмерность автора во многих местах. И так далее. Кроме того, если вы хотите заказать реакцию, то Donation Alerts, там инструкция есть в окне для доната. Это кому интересно, мало ли. Далее. Другие каналы, которые я веду. MP Reviews обязательно смотрим, подписываемся. На момент выхода вот этой реакции, наверное, уже должен был выйти новостной ролик, если я все успел. Так что смотрим обязательно. И что еще? Есть другие каналы. Конечно же, это MP Entertainment. Музыка, там еще есть MP-кавер за кадром, но пока MP Entertainment, скоро песня, ну и, конечно же, Telegram, чтобы не теряться. Как обычно, с вами был Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока.